Я не знаю, вы с гитарой насколько знакомы? Я знаком с гитарой, я на гитаре играю, в принципе, играю год-полтора. Вот, и, ну, то есть что-то я умею, вот хотелось бы дальше как-то что-то с этим багажом дальше что-то делать, развиваться. У меня вообще цель была просто научиться более лучше играть на гитаре, потому что я-то играть умею, просто мне надо немножечко развить навык свой. Вообще мне больше нравится фингерстайл. Меня зовут Алина Антоненко, у меня три высших образования, одно из них музыкальное. Я преподаю в музыкальной школе детской, и также я преподаю частным образом детям и взрослым, и мужчинам, и женщинам, и деткам любого возраста. У меня от 7 лет занимаются, и до бесконечности. Я играю, ну, все, по сути, играю все, вот, ну, кроме классики. Классические произведения я не играю, вот, фингерстайл я в нем не силен, если честно. Если вас интересует фингерстайл, то это, ну, не ко мне. А чему хотите научиться? Просто технику повысить игры на гитаре, более сложные композиции играть какие-то. Ну, например, более сложные, например... Ну, я в основном играю каверы, не самые такие сложные, то есть, вот, например... Фингерстайл еще. Я-то не владею такими. А вы можете что-нибудь сыграть? Не знаю. Да что-то я не знаю. Я за как это застеснялась даже. Может быть, да. Может быть, и вам. Да, может быть, вам такой педагог нужен, ну как бы, да. Друзья, всем привет! Спасибо большое за активную поддержку под прошлым роликом. Комментарии, лайки. Подписки, короче, было все очень круто, спасибо вам большое. Как обещал, новый ролик. Видите, стараюсь ходить в колею, снимаю ролики почаще, поэтому обязательно подписывайтесь. Давайте так, там где-то 500 человек, не хватает до 55 тысяч подписчиков. Давайте сделаем 56 тысяч, и я выложу на канал неформатное видео. Это не будет чат-рулетка, и это не будут пранки с преподавателями. Такой эксклюзивчик небольшой, который обязательно вам должен понравиться. Давайте так, 56 тысяч. Ну, если я вдруг не успею, 57 тысяч, и я выкладываю на канал этот ролик. Спасибо, смотрим. Вот, так что можете просто сыграть, и посмотрю, чего вы умеете, и как нам дальше, соответственно, заниматься. Так. Потом... Я вам скажу, что у вас прям уровень вообще отличный. И ваш уровень — это не песня. Ваш уровень — это классическая музыка. Классическая музыка, это прекрасно. Вот, фингерстайлу, к сожалению, я не учу. И даже мои знакомые музыканты... Ну, можете, конечно, поискать, ну, преподаватели, так вот, кто учит фингерстайл. Это очень сложно. Очень сложно. Все-таки музыка. Вот. Ну, это сложнее укулеле, я слышал. Там, ну, если так учиться. Фингерстайл посложнее, чем на укулеле. Укулеле это другой инструмент. Другой инструмент, согласен. Это очень круто. Что играть? Вообще... Ну, сыграйте что-нибудь. Ну,
я играю, не знаю, там, есть такой исполнитель Noise MC, к примеру, знаете такого? Конечно. Его люблю очень играть, но у него достаточно интересные эти аранжировки. Что еще? И даже не знаю так. Вроде все. Правда, все. Вот начиная там от этих... Personal Jesus, забыл группу. Ну, рок играет там. Опять же, Noise MC. Я вообще сам играю, там тоже, значит, не очень такие сложные штучки. Вот, например. То есть, ну, я играю такие вот, незамысловатые такие, достаточно простенькие такие композиции, где там переборчик какой-нибудь такой вот. Ну, какие-то песни, если человек хочет петь, то есть я могу научить какой-то бой. Ну, я думаю, что у вас все в порядке, что-то я даже не знаю. Какой-нибудь, может быть, небольшой отрывок композиции или произведения, что-нибудь. Да я не хочу играть. Знаете, я чувствую на каком-то экзамене, реально. А, да нет. Меня экзаменуют. Да мне просто что-нибудь понять, я же не знаю, как что мне делать, а вот что. Я не могу понять, с чего мне самому начать. Но я могу я вам сыграть. Это зависит от того, чего вы хотите. Подождите, я бы вам посоветовала найти педагога в вашем городе. То есть, ну зачем вам педагог, который по скайпу что-то там? Да нет, в том-то и дело. Да, я с двумя занимался. Вот в чем дело. Ну, у нас больше хороших нету. Ну, то есть я уже выжил из них все, что можно. А что дальше делать? Можете показать, да, что-нибудь? Да. Что-то там. Ну, то есть там такой бой вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Ну, я не знаю, что-то я не хочу вам ничего играть. Вы меня засмущали. Не смогу этому научить, что я играю, понимаете? Это нужно годы тренировок. То есть, что бы я вам не сыграла, ну, допустим, блюз, да? Хороших педагогов в вашем городе. О, очень красиво. Да, ну, может, я их не знаю, вот в чем дело. Я же по Авито лазю и смотрю. Там какие-то девочки маленькие, которые кулили преподают. Я же сказала, прекрасно. У меня еще таких не было учеников, которые прям сразу такие талантливые. Вот, да, бросьте. Нет, ну на самом деле, вы самоучку брали, вы не играли в музыкальной школе? Нет, не играл, самоучка.
Я сбился. Я поняла. Отлично. Я расстроилась. Это очень красиво, я знаете, каким образом занимаюсь? У меня просто есть пару упражнений, которых я просто тренирую на гитаре. Вот, я как бы много композиций я не знаю, но я могу перебирать, вот, ну, просто могу по грифу перебирать, то есть, вот, например, вот такие вот, такое упражнение. Я уверен, что я смогу играть, потому что в фингерстайле, в принципе, у меня сильных там проблем нет. Я какие-то там более-менее там известные... Вот это он играл, мой ученик, да. Все у вас хорошо, но... Ну, мне хочется вам помочь, но, может быть, я даже не знаю, чем. Это... Блин, ну очень круто, очень красиво. Не, ну знаю, ну как бы вот. Такой. Да. Есть. Такой есть еще. Я просто не знаю, это восьмерка вот это сейчас была. Да. Вот. Еще вот такое упражнение есть, это, скажем так, на вот такую растяжку.
Металлики есть. Nothing, там что-то такая песня, не помню. Nothing Else Matters, да. Чуть-чуть я ее знаю, да. Я как понял, у вас уровень игры хороший, ну, что и играете вы правильно, и чисто очень, вот, как бы, ну, я даже и не знаю, я так понял, вы с нуля обучаете, я правильно понял? Да, да. То есть мне легче все-таки, наверное, поискать другого, наверное, преподавателя. Да, да. Да, в принципе, все понятно, но вам нужно немного руки поставить правильные, вот. Тут все было нормально, а когда вы играли мелодию, у вас немного рука не так стояла. Вот у вас торчит большой палец, он не должен торчать. А он у меня почему-то всегда, кстати, торчит. Я вот даже когда... То есть у меня всегда он торчит. Ну вот когда вы играли здесь, он у вас все нормально было. Вот, у вас сейчас рука стоит. А вот здесь у вас немножко не так было. Ну, благо у меня есть какой-то, я их просто в фингерстайле все играю, то есть вот та же, ну, самая известная, ну, батарейка, но я думаю, все вот это... То есть я мелодию знаю... Так, ну мы на чем с вами туда остановимся? Я не знаю, что, я вот вообще как бы, надо мне подумать, могу ли я вам чем-то помочь, потому что, ну, как бы уровень есть, да, а что я могу предложить, только с рук если, что-то снимать. Если что, я не против классику играть, ну, абсолютно. Угу. То есть вот это то, что вы играли, ну... Что-то, это, ну, это более-менее, да, это самое известное вот из классики. Это Гомес, да, роман с Гомеса. Так вы его убили? Я его знаю, так это же самая известная композиция из классики, вот в чем дело, я ее знаю. Ну это, я не знаю, относится ли это к классике, к гитарной классике? К сожалению, не знаю тоже. Ну, гитарные классики-то уж, наверное, точно.